Строительство линии электропередачи для инфекционной больницы в поселке Садовый движется к завершению. В ближайшее время энергетики выполнят технологическое присоединение к электрическим сетям. Юлия Алиханова побывала на объекте. Для полноценного функционирования одной из крупнейших в Сибири инфекционной больницы требуется надежное и бесперебойное электроснабжение. Медучреждение будет подключено к двум подстанциям. Как видим, ячейки уже подготовили к работе. Осталось дождаться готовности объекта и подключить кабель. Требуемая мощность для социально значимого объекта в поселке Садовый – около 4 мегаватт. От 10-киловаттных распределительных устройств под станции «Солнечная» и «Мочище» завершается строительство линий общей протяженностью 10 километров. Созданная схема электроснабжения позволит не допустить перебоев и обезопасит медучреждение от непредвиденного отключения электроэнергии. С подобной ячейки будет осуществляться электроснабжение больницы. Она состоит из вакуумного выключателя и блока релейной защиты. В случае аварии релейная защита сработает, отключит выключатель. Тем самым мы обеспечим сохранность электрооборудования больницы. Объекты здравоохранения находятся на особом контроле энергетиков. Линия порядка 6 километров у нас закончена, строительство принятый объект. Осталось достроить небольшой объем из подстанции «Солнечная», и в ноябре планируется осуществление теплоприсоединения. От подстанции «Солнечная» до потребителя требовалось проложить около 4 километров линий электропередачи. Большая часть работ уже выполнена. Энергетикам осталось проложить 400 метров кабельной линии. Юлия Алиханова, Валерий Павлов, новости ОТС.